Чувак, апельсин будешь? А он без косточек? Не знаю. А он сладкий? И это не знаю. Надеюсь, сладкий и без косточек. Почистишь мне его? Может, мне еще его за тебя съесть? Не, мам, я сам его съем. Вот и чисть сам. Не лень. Хочешь, братан, я его почищу? Почисть. Так половину я забираю себе. А, фигутки тебе. Ну тогда сам его чисть. Мам, ну почисть апельсин. Сам чисть. Ну, пожалуйста, при, пожалуйста. Нет. Мам, вообще ты волшебное слово сказал, причем дважды. Вообще пофигу, на. Ну и ладно, сам почищу. И фигутки я с тобой им поделюсь. Я не хочу его. Да? Да. А может, все-таки почистят? Нет. Печалька. Ай. Че ты? Да не, не все. Ай, блин, поаккуратней. Извини, мамуль. Рукожоп, блин. Ай! Только руками не три. Почему? Потому что они у тебя в апельсине. Ой, дурак. Мам, капец, глаза сиплет, ты делаешь? Иди водой промой их. Не могу идти. Почему? Я ничего не вижу. Че, серьезно? Да. Конечно. Сколько пальцев показываю? Не знаю, я говорю, я ничего не вижу. И вправду не видишь. Мам, может меня поводить, чтобы я глаза водичкой помыл? Игорек, иди сам. Как? Я говорю, я ничего не вижу. Как? А щупочкой? Как до хреново ничего не видеть. Ай. Ты нафига в туалет-то пошел? У нас же на кухне тоже вода есть. А, точняк. Ай. Что у вас здесь происходит? Я ничего не вижу. Почему? Потому что этот рукожоп не умеет апельсин чистить. А-а-а. Во. Валек, только не трогай апельсин, пожалуйста. Ладно. Будешь? Давай. Мам, я все равно ничего не вижу. Еще промой. Дай еще. Да. О, я вижу. Поздравляю, братан. Спасибо, Валек. А где мой апельсин? Где мой апельсин, я вас спрашиваю? Он убежал. Куда? В теплые края. Серьезно? Да. Погоди, а? Это вы его съели, да? Да правда не мы. Все, он тогда, получается, правда убежал в теплые края? Правда. Капец, это получается, я зря пострадал, чистив его. Получается, что зря.